Ну что же, начнем процесс регистрации. Для начала выбери своей лошадке кличку. Все, это оно, это оно. Выбираем кличечку. Выбираем кличку. Можно по-русски сделать? Нельзя? Нельзя, походу. А, можно, блядь, подожди. Что это? Все. Так, скакунчик у нас, да? Опасаемый мир, ты уже успел потрогать. Предлагаю собрать юбейший сет защиты от миазм. Погугли, он очень красивый и полезный. О, глянь, кстати, пожалуйста, это не круто, пожалеешь, это круто. Собак и слежь. Так, голосование. Правда, я не знаю, короче, как устроим голосование? Как бы мы устроим голосование? Короче, скакунчик, игражур. Ладно, кто сейчас больше меня задонатит? Потому что я за скакунчика пока. Но кто мне больше задонатит в ближайшие 10 минут, тот и победил. Пока вот так, пока вот так. Все, я теперь буду, я буду использовать свой интеллект на всю мощь, окей? Окей? Я теперь, у меня образовалась коммерческая жилка. Даже, кстати, гляньте, скакунчик в 9 символов ровно, ровно попал скакунчик. Байт, это гражура за 300, да. Циркумфлекчик, но он, видишь, он не попадает, то есть 9, всего 9 символов нужно. Всего 9 символов. Скакунчик. Донать тебе имя Валера. Добрый день, мистер Булкожрать. Добрый день. Это бизнес. Я делаю бизнес. Я сын бизнеса. Рядом с тобой ББ, он тебе подсказывает. Ну, почти, да, кстати. Я просто посмотрел буквально 3 секунды его стрима, и я прям преисполнился немножко этой коммерциализацией. Я все коммерциализирую, даже имена. Не игражур, подожди, это не игражур. Ну, по-моему, подходит, да? 3, 6, 9. Да, не игражур, кстати. Не игражур. Тоже можно. Скуфунчик. Спасибо, спасибо, да. С днем рождения меня. Уже 109 лет. 109 лет. Игражур надо? Не надо, игражур. Арка бизнеса? Нет, не помню. Циркумфлекс как вариант. Ну все, никто не донатит, все ясно с вами. Тогда будет скакунчик. Кунчик. Или игражур все-таки. Не игражур, точнее. Давайте, давайте. Сосок, шашлык, одуванчик отлично подходит. Одуванчик? Блин, ну в честь... Яблажур. Блин, вы прикольные имена на самом деле придумываете, если честно. Прям, мне прям нравится. Надо это прям надо записать, чтобы потом, если что, просто записывать новых лошадей, которых у нас будет не одна. У нас они будут под разные темы. Так, значит, Яблажур. Да, один у нас будет. Так и запишем. Яблажур. Потом. Не игражур. Потом. Кто? Одуванчик? Адуванус? Адуванчик. Адуванчик. Кто еще там у нас? Топор, да. Яблажур неплохо. Пельмень, яблочко. Скакунчик — это кунчик, который любит ска. Фимбойчик. Одуванчик, одуванчик, одуванчик. Так. Очень низко. Бля. Но я за Оксиген 647. Ребят, ну, блядь, 100 рублей. Первая ставка на лошадь. Ставка на лошадь. Оксиген 647. Пока, блядь, ребят, он сейчас заберет. Он сейчас заберет все. Я вам серьезно говорю. Вы думаете, что, я вру? Нет? Все. Ребят, он это сделает. Он низко пофлексил сейчас. Он сейчас низко пофлексил, ребят. И он может выиграть. Он может выиграть, ребят. Так. Не игражур. Кличку Так, хорошо. Не игражур. Но есть одуванчик еще, между прочим, ребят. Так. Оксигена... Побили, так сказать. Скакунчик, так, у нас не игражур и скакунчик, по 200 рублей скакунчик от Нефрейса,
И енот поставил не игражура. Равные ставки. Равные ставки. Нам нужно что-то делать с этим. Нам нужно что-то с этим делать. Так. Даже не смей называть это животное нашим именем. Одуванчик, ты уже и так как бы... Ну все, ты 100 рублей. Если бы ты поставил 300 рублей, я бы подумал, чтобы назвать тебе эту лошадь. А так да. Бонжурчик. Нет, ребят, все уже. Все, так, 200 рублей ставка. Бонжурчик. Тут либо не игражур, либо скакунчик. Не игражур и скакунчик пока... Не игражур. 300 рублей. Не игражур, 300 рублей. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Давай, да. Я хотел не то нажать. Не игражур. Не игражур, да, да. Не игражур, 300 рублей. Блядь, скакунчик, 500 рублей. Я вижу уже. Черт возьми, скакунчик, 500 рублей. Так, хорошо, но это мне нравится, потому что это был мой первый выбор, да? Но я уже как бы такой вот... Я за Олега, 300 рублей, черт возьми, Поля, но Олег уже немножко пропал, потому что есть 500 рублей, ставка в 500 рублей. Я за Олега. Поль, прости, пожалуйста, но... Пока выигрывает скакунчик. Скакунок, блядь, 500 рублей. Равные ставки, скакунок и скакунчик. Что делать? Этот байт-донат реально сработал. Да я сам в шоке. Итак, скакунчик и скакунок, 500 рублей. Равные ставки, равные силы. Сергей. 1000 рублей на Сергея. 1000 рублей на Сергея. Ой, еще раз. Давай, конечно. Подходящая кличка в самый данный момент — это Сергей. Сергей стоимостью 1000 рублей. Кто даст больше? Неужели эту лошадь станут звать Сергеем до конца ее дней? Неужели? Не может быть такого. Кункапсом? Пока нет. Сергей остается Сергей. Вы лжать уже заплатили те настоящие лошади. Конь Сергей. Сделай донат минимум 1 евро. Мужики, ну накиньте за оксиген 647. Что ж, у нас тут появляется небольшая интрижка. Неужели найдется человек, который поможет оксигену 647 выбиться в лидеры? Но тогда ему нужно дать как минимум на 1001 рубль больше. Точнее, на 1 рубль больше, прибавив его к 1000. Сергей. Так выглядит самый эффективный байт на донат. Согласен. Ладно, Сергей тоже хорош. Поля, хорошо, все. Так, Сергей набирает все больше популярность. Сергей набирает авторитет. Между прочим, уже Поля одобрила имя Сергея. Ох, булку жрать должен не будешь. Суммарно, кстати говоря, оксиген 647 набрал 300 рублей. О нет, просто животное. Что ж, Сергей пока выбывает из гонки, потому что просто животное. Просто животное скинул 1001 рубль на игражура. Сейчас все в чате, которые любили игражура, должны возликовать. Ведь игражур вернулся в строй. Денег нет. Зовут Олег. Хорошего стрима. Черт возьми, Сайлер, но тут уже ставки слишком высоки, но мы запомним, значит, Сайлер, значит, Оксиген у нас 300 рублей скинул, если что. Вы можете кидать за Оксигеном, чтобы его имя назвалось, на самом деле, за Оксиген 647, вы можете докинуть еще 702 рубля, и тогда он будет называться Оксиген 647. Кастомную телегу сделать к этой сбруе, в принципе, да, возможно это сделать, конечно. Итак, игражур. У нас возник игражур, потому что пока это самое популярное имя, самое дорогое имя. We are rich! Итак. Плюс у нас Сейлер. Сейлер сказал, Сейлер, возможно, даже вкинул за Полину, а Полина у нас вкинула... Смотрите, давайте какую сделаем тему.
Значит, Поля у нас скинула сколько? Сколько у нас скинула Полиночка? Поля за Олега скинула 300 рублей. Так. За Сергея. Лорд Пит. Так, подожди. Сергей у нас, значит, уже 1100 рублей. Хорошо. Олег у нас 300 рублей дает Поля. Мы суммируем теперь. 500 рублей дает Сейлер. Это 800 рублей. Полина в прошлый раз сказала, пусть будет Сергей. Хорошо, тогда это 1300 рублей. То есть уже 1400 у Сергея. Все, мы поменяли немножко правила. Получается, у Сергея 1400 рублей. Если мне не удастся победить, то все мои деньги прошу считать игражурскими. Так, хорошо, Оксиген, 400 рублей. Так, Поля на самом деле взяла и сделала Сергею большую ставку. То есть сейчас у Сергея 1400 рублей. Это серьезный отрыв от всех других претендентов. Сейчас весь игражурский чат должен горевать. Кстати, ни одного одуванчика не было, между прочим. Сергей самое дорогое имя, да. Сергей стоимостью 1400 рублей. Нашей казни не хватает золота, лорд. Рулетку я и сам рулетка. Подожди, рулетку надо настраивать, блин, опять же. Я не был готов к такому повороту событий, понимаете? Не был готов, но так уж случилось, так уж случилось. Что ж, Сергей пока вырывается с огромным отрывом, потому что у Олега 800 рублей. Хотя нет, небольшой отрыв. Всего 600 рублей, 601 рубль, и Олег будет вашим. 600 рублей Олег будет вашим, а Оксигену не хватает... Не байта, а ловушка. Не байта, а ловушка, черт возьми, 1500 рубля. Не байт, а ловушка. Марк, как мне назвать теперь коня? Ты скинул 1500. Ловушка? Или не байт? Потому что всего 9 символов. Умещайтесь 9 символов. У нас нехватка пива 70%. Нойд, мол, где, блин, пиво? Так, хорошо, я возьму Марка. Он сказал, что скинул 1500 рублей и сказал, что... Ловушка. Давайте будем думать, что ловушка. Окей, хорошо. Марк скинул, значит, ловушка. 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 1500. Пока это работает, Сергей уже немножко начинает сдавать позиции на 100 рублей. А я напоминаю, Оксиген 400 рублей. Сергей 1400 рублей. Олег 800 рублей. Ловушка 1500. Кто даст больше? Пока это все имена, которые у нас были. За Сергея. За Сергея. А также топлю за Сергея в следующем. 1500 на 1500. Ребята, Сергей 1500 вырывается. Пока ставлю ловушка, но Сергей ровно. Ровно. Сергей и ловушка сравнялись. Я настроилась на Сергея. Поля настроилась на Сергея. Отличный выбор, Полина. Отличный выбор. 1800 рублей на Сергея. Кто даст больше? Бля, тихо. Тихо, да-да-да-да-да. Кто даст больше? Сергей, ты уже 1800 рублей. Олег отстает ровно на косарь. Пока это абсолютный фаворит. Самое ближайшее это... Это уже прохождение сюжета. Да, это уже прохождение сюжета, собственно говоря. Сергей очень важен для сюжета в данный момент. Я занимаюсь экономикой, Бурминг Сандавр. Я не знаю, да, наверное, скорее всего. И 5К уболжать. Пачку мерча этим ше... Да реально, надо, кстати, грибублю, надо сделать мерчем. Голубь имени Перец. Сергей, прекрасный выбор. Ну, 1900. Слушайте, 1900, мне кажется, уже ничего не перебьет эту ставку. Мне кажется, ничего не перебьет уже эту ставку, потому что у ловушки всего 1500, 400 рублей, то есть это нужно 401 рубль, чтобы победить Сергея, но Сергей уже, кажется, отрывается настолько вперед, насколько это вообще возможно. Поэтому я думаю, ставлю таймер на, сейчас вам скажу сколько, буквально, наверное, минуты две, да? Давайте поставим таймер на 2 минуты. На 2 минуты, и если через 2 минуты не будет Сергея, никто не победит Сергея. Все, отчет пошел.
1900 рублей на Сергея. Ловушка 1500 рублей. Олег 800 рублей. Оксиген 647. 400 рублей. Кто? У нас есть 4 имени. 4 имени, и Сергей побеждает. 1,5 минуты в вашем распоряжении. Ставлю таймер на 3000 рублей. Олег, 500 рублей. Это 1300 рублей. Аноним. Это 1300 рублей. Это не достигает сейчас Олег. Но Олег прибирается. Он как бы в лидирующей тройке получается. Бля. Говновоз. Я ставлю на паузу таймер. Что ж. Черт возьми. Бля, а игражур, кстати, да, кто-то ж еще на игражура ставил, блядь. Так, говновоз, 2000 рублей. А мы не посчитали, кстати, деньги игражура, кстати. Говновоз, 2000 рублей. Сергей, плюс 100 рублей, тоже 2000 рублей. Ты Сергей, я Сергей, мы Сергей. Твою мать, они сравнялись, говновоз и Сергей сравнялись по счету. Сейчас это самые сильные. Так, Рочкант 100 не лезет, так что либо пиво, либо двор. За 2 дня 700 рублей закинул смс на Рочкант 100. Согласен, ладно. Рокен 100, тебе сегодня как активному донатеру СФК, Рокен 100 я добавляю в список. Как вам такое, Олег? Олег! Так, я не успеваю чуть-чуть, подождите, Rock'n Stone, у нас 700 рублей, хорошо. Окей, принимается. Олег, 1300, плюс 700 рублей, 2000 рублей, черт возьми, у нас ровно. Олег, 2000 рублей. Олег, 2000 рублей. Сергей, 2000 рублей. Сергей, 200 рублей, 2200. У Сергея 2200 рублей. И говновоз, 2000 рублей. Перекинь все мои деньги, все мое пиво в говновоз. Черт возьми! Вот деньги, это было предательство на уровне просто чего? На уровне аниме! Предательство уровня аниме! Охренеть! Оксиген было 400 рублей, плюс 100 рублей. 2400 рублей! Говновоз уверенно вырывается вперед. А, плюс еще 100 рублей. 2500 рублей. 2500 рублей. Говновоз. Игражур. Надо посчитать игражуры. Согласен. Так, игражур. Я вижу 1,5. Сейчас, давайте считать. Сейчас. Не игражур. А, у нас был не игражур. Кстати, сейчас еще запишу. Не игражур. Вот, очень низко. Не игражур 200 сначала. Бонжорчик, это уже не этот. Буч, тебе бы профессиональным аукционистом идти. Никогда не видел настолько мощного байта. Сергей, вперед. Да, детка, да. Скакунок, кстати, у нас еще 500 рублей. В принципе, неплохая сумма. Слава дерьму. Так. Игражур 1101 рубль. Это 1,5-2500, кстати, рублей. Уже. Тогда все мои на Олега. Игражур. Сергей. Так, слава дерьму. Булжать. Так, ага, окей. Говновоз покорил мое сердце. Плюс 1000 рублей. 3500. Ну здесь, мне кажется, уже... Говновоз покорил мое сердце. Мне кажется, вообще ничего не помешает. Так, Олегу 200 рублей. Итак, у нас получается что? У нас не игражур 500 рублей, кстати. Скакунок 500. Игражур 2500. Игражур 2500. Дерьмо 100 рублей. Ну, слабенько. 100 рублей, уже такие суммы идут. Итак, Олег 100, 200. Сергей 2200. Игражур 2500. Говновоз 3500. Мне кажется... Как кажется, пока что все очевидно. 2 минуты не прошли, я, ну, заново ставил.
заново поставил, короче, стоп, чтобы посчитать все, чтобы все сделать, все, чтобы все было правильно, чтобы все было. Итак. Что ж, вот теперь можно опять ставить двухминутный таймер, мне кажется. Ставим 2 минуты таймер. Потому что говновоз впереди. Опять же. Все мои на говновоз. Говновоз вырывается вперед просто с огромнейшим отрывом. 3700 на говновозе. 2 минуты пошли. У вас осталось 2 минуты. И тогда конь будет называться говновоз. Я даже как бы поставлю, чтобы никого не смущать. А он... Ой, блядь, а он влезет вообще, интересно? Подожди, он влезет вообще? Так. Влезет. Можно даже восклицательный знак поставить, если что. Итак, еще раз озвучу. У вас есть 1 минута 17 секунд, чтобы изменить ситуацию. Олег, 2100. Сергей, 2200. Игражур 2500, говновоз 3700. Но здесь, мне кажется, без вариантов уже. Говновоз так говновоз. Это будет абсолютным говновозом. Что ж, понятно. 4200 так кинут уже. Переводи все на говновоз. Просто животное, переводи все на говновоза. Что ж, хорошо. Это получается 3811 рублей. Но это уже все. Это, мне кажется, определенная победа. 40 секунд. У вас остается ровно 40 секунд. Чтобы победить говновоза. Но, мне кажется, никто говновоза не перебьет. Удали пробел изначала. У меня разве там есть пробел? Ладно, подождите. Нет. Что ж, говновоз побеждает. У вас 18 секунд. 18 секунд. Кажется, все солидарны, получается. 7 секунд. Итак, время вышло. Пора. Пора делать финальный отчет. Говновоз раз. Говновоз два. Перекидывай на Сергея, лишь бы и не говновоз. Поля. Сергей 2300 всего лишь. Говновоз 3811. Арсеном, не знаю, правда, кто именно называть. А, ну все же вот мое предложение, мистер Ингер. Ну нет, уже все. Назови его Арсеном. Не знаю. Нет, правда. Нет. Кого именно называть? Но все же вот мое предложение. Господа, хочу сказать, что это... Ага. Да, Господи, поздравляю, видимо, поздравляю. Хочу сказать... Что это наше? Я зачисляю, похоже, это на говновоз. Поздравляю. Говновозеры. Я зачисляю этот донат на говновоз все-таки, потому что, ну, как бы... Получается 4011 рублей на говновозе, и он это просто блистательнейший вырывается вперед. Говновоз, 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 плюс 228, это значит плюс... Говновоз, 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 4232 рубля. Говновоз, 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 говновоз. 32 рубля. Я правильно хоть посчитал, блять? Это я как дурак. Подожди. 4, ну да. Должно быть, да, правильно. Или нет? Восклицательный знак в говновозе. Так, делаем ставки. Ставит ли восклицательный знак в говновозе? Ладно. Хотя это совершенно другой ник тогда получается. Или циркумфлекс поставить. Итак. Говновоз раз. Говновоз два. Говновоз три. И это имя говновоз получает лошадь. Я добавляю счет Слейера. Я добавляю не восклицательный знак, но циркумфлекс. Я добавляю его. И получается говновоз циркумфлекс. Или аукцион на один символ. Давайте, ребят, давайте. Что уж тогда тянуть, чего уж. Раз уж мы выбрали аукцион, давайте. Восклицательный знак, вопросительный знак или циркумфлекс. Я выбираю.
Я выбираю из чата все ваши ставки. Давайте, хорошо. Восклицательный знак, вопросительный знак, циркумфлекс. Хорошо. Давайте. Ставь знак доллара. Знак доллара также принимается ваша ставка. Хорошо. Пока все по нулям. Пока все по нулям. Так, все, донатим. У нас есть 4 символа. Доллар, восклицательный знак, вопросительный знак, циркумфлекс. Из амперсант. Окей, амперсант. Хорошо. Это ж который, как и, вот это английское, да? Я ж правильно понимаю? Вроде да. Таймер поставь. Хорошо. Ставлю таймер. Ставлю таймер. Давайте, давайте, давайте 10 минут, чтобы вы подумали хорошенько. Я понимаю, сложный выбор. Это сложный выбор. Я не байчу на донаты, вы сами это как бы все делаете. Извините меня. Трендмарк, блин, кстати, тоже неплохо. А тут оно есть? По-моему, тут его нету. Вы видите все символы, которые вы можете использовать в данный момент. Как видите, вот они все. Вы можете выбрать любой, в принципе. Вы можете даже выбрать цифру, хотя цифра — это дополнительная плата, окей? Вот тогда получается вот эти вот символы. Вы можете все использовать, которые только есть. Но только вот эти нельзя. А, собаку нельзя, кстати говоря. Проценты нельзя, если что. Все остальное можно. А потом окажется, что в игре стоит Мархильдер. И слово «Говновоз» нельзя. Блин, а это было бы забавно. Это было бы смешно, кстати говоря. Итак, наш первый донат. Наш первый донат. Циркумфлекс. Окей, 100 рублей. За 100 рублей. Поздравляю, поздравляю. Банли. Банли становится самым главным донатером на символ. Гордимся. Остановитесь. Я вижу, Поля поставила восклицательный знак. Что ж, хорошо, я ставлю Полине 100 рублей. Восклицательный знак. Поставь твердый знак. В принципе, я не против. Это тоже символ. 100 рублей. Валерия, 500 рублей. Вопросительный знак. Черт возьми. Поставь твердый знак. Хорошо. Вот я уже все. Твердый знак 100 рублей. Да. Давай вопросик, сладкий. Все, без вопросов. Без каких-либо вопросов. 500 рублей на вопрос. Отлично, отлично. Но твердый знак мне тоже уже нравится, кстати говоря. У меня есть как бы два фаворита. Лично моих. Вы меня можете не слушать. Вы, конечно же, можете меня совершенно не слушать. Ни в коем разе. Это циркумфлекс, ну потому что это как бы немножко мем, да. И твердый знак, потому что говновози. Говновози. Вот как бы... Не забываем еще, что у нас есть знак доллара. Знак доллара, кстати, доллар стоит 0 у нас сегодня. Но пока что выигрывает вопросик, кстати говоря. Вы все пишете, что твердый знак, и твердый знак мне нравится. Но вопрос выигрывает. Вопрос выигрывает на целых 400 рублей. Что делать? Я не знаю. Может быть, вы дадите мне ответ? Может быть, ваши рубли дадут ответ на то, что нужно делать с этим символом? Ставить ли вопрос? Будет ли эта лошадь немного задумчивой? Будет ли она рассуждать о своем бытии, о том, задавать себе вопросы, кто она такая? Доллар. Говновоз ли она или право имеющая? Ставлю на символ жопы лошади звездочка 600 рублей. Новый лидер. А, на доллар 100 рублей. Хорошо. О, Банли. Ставлю на символ жопы лошади. 600 рублей на звездочку, хорошо, но вы сейчас очень сильно удивитесь, ребята. Очень сильно удивитесь, потому что... Потому что Банли взял и задонатил 3000 рублей на твердый знак. Это получается 3100 рублей на твердый знак. Черт возьми, по-моему, это очевиднейший лидер нашего сегодняшней бегов. Хорошо, без знаков препинания, остановись, мистер Байтер. Так, где твердый знак? Вот он, твердый знак. Все, я ставлю твердый знак. Подождите, стоп, надо сначала удалить циркумфлекс и поставить большой или маленький твердый знак, ребята. Давайте делаем донаты на большой или маленький твердый знак.
Твердый знак. Твердый знак. 500 рублей. Безусловный лидер. Мне кажется, можно останавливать таймер. Пять минут 40 секунд осталось. Большой или маленький твердый знак? Подождите, большой. Там был большой твердый знак. 500 рублей, видимо, да? Хорошо. Хорошо, я пока включу большой, значит, 500 рублей на большой твердый знак, а маленький будет под звездочкой 300, но он пока еще выигрывает. Но если это все-таки было к тому, то это 3600 получается. Все правильно. Итак, пока все равно маленький твердый знак пока выигрывает. Хорошо, если Банли скажет мне, что это... Или это большой твердый знак? Если это большой твердый знак, окей. Я вижу, что Банли поставил большой твердый знак, поэтому да, скорее всего... Так. Или это маленький твердый знак? Большой или маленький твердый знак, черт возьми? Непонятно. Мне кажется, ББ будет у меня изучать искусство байтов. Это голосование на 600 тысяч IQ, мне кажется, просто. На 600 тысяч IQ. Блять, я себя ощущаю реально, блядь, гением, нахуй. Большой. Слишком большой байт, как и знак. Так. Никогда еще в жизни не покупал символ. Размер символов, между прочим. Хорошо, 300 на маленький твердый знак. 601 рубль на большой твердый знак. У вас еще есть ровно 4 минуты. Сын байта, да. В смысле нет заглавного твердого знака? По-моему, он есть. Заглавный твердый знак. Это большой твердый знак. Есть большой твердый знак, ребята. Есть большой твердый знак. Ну, этот голос так. Несправедливо. Я самый первый поставился точку на. Но этот голос за твердый знак. И ту соточку тоже стоит мне засчитать. И на твердый знак поставить большой, да? Большой, получается. Сколько общая сумма? Хорошо, ту соточку, да? Ту соточку и эту соточку. Плюс 200 рублей. Получается на большой твердый знак 900 рублей. Но это все еще очень далеко от маленького твердого знака, у которого 300, даже если мы убираем... все эти штуки. Хотя подожди, стоп. И мы, если мы их соединим, то получается гораздо больше. А, подожди, все, Банли сделал большой твердый знак. Все правильно. Значит, у большого твердого знака. Чуть-чуть перепутал. Имени говновоз имя Арсен вместо знака. К имени говновоз имя Арсен. Да нельзя, только 9 знаков. Все, у большого твердого знака, все, извините, повторюсь, у большого твердого знака получается уже 3801 рубль. 3801 рубль, я даже немножко еще запишу. 3801 рубль, все правильно. Что ж, остается всего ничего, остается 2 минуты, но я думаю, никто уже не победит, никто не решится просто бросить вызов большому твердому знаку. Мне кажется, это очевиднейшая победа, очевиднейшая просто. Мне кажется, это совершенно... Сколько общая сумма, если честно, я даже не знаю, то есть, потому что тут еще скидывали... Ну, в целом... Давайте посчитаем. 2 150. Так. 3 4 800. 6 800. Плюс 4 800. Сколько? Ну это 10. Ну да, ну короче, около 15-16 тысяч, да. Ой, ребят, спасибо, что вы дали почувствовать мне, блядь, коммерчески заряженным. Ну, получается, да, скоро поеду в Дубай. Итак, ладно, остается всего 1 минута, чтобы решить судьбу. 1 минута.
чтобы изменить все. Изменить все расположение сил. Одна минута. За два аукциона получилось больше, чем... Ну, получается, да. Ну, на пиво насобирали. На пиво насобирали. Да, Полин, да. Так и есть, так и есть. В Дубае на повозке с коробком. Так, плюс 100 рублей. Плюс 100 рублей, 3900. Согласимся, что размер не имеет значения. Но я за твердый знак. Ну, слушайте, на самом деле, если так подумать, то за говновоз дали 4232 рубля, а за твердый знак всего лишь дали 3901 рубль. Как бы говновоз чистым вывозит сильнее, чем твердый знак просто. Поэтому я думаю, если вы хотите, вы можете, конечно, еще докинуть на говновоз, точнее, на твердый знак еще отдельно, чтобы был не просто, был просто говновоз, а не говновоз с твердым знаком. Вот. Так, ладно, 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 это я уже шуткую. Это было хорошо, это было прекрасно. Вы великие люди, спасибо, что участвовали в нашем аукционе, но говновоз с большой буквой твердый знак раз, говновоз с большой твердой буквой два, говновоз с большой твердой буквой знаком. Остановись, Булджек. Я останавливаюсь. Три! Имя лошади дано. Поздравляю вас, человек. Завтра доебе ребенка. Блин, кстати, неплохая тема. Надо будет родить ребенка. И кто готов, кстати, кто хочет? Сегодня голосование на имя лошади. Завтра на имя ребенка. Кто хочет детей? Кто хочет от меня детей, я их научу коммерции, если что. Вы не стесняйтесь. Итак, я могу поздравить, собственно говоря. Предлагаю сделать это традицией. Давайте только сделаем это традицией. Только следующий выбери игру с кастомизацией персонажа, как в Киберпанк, Скайрим. Я поздравляю Банли с тем, что его имя Говновоз сложилось, а также, что у него сложилось большой твердый знак. Подчеркивание циркумфлекс амперсант твердый знак собака. Подчеркивание циркумфлекс амперсант твердый знак собака. Ух. А. И собака, а собака это собака. Также твердый знак это не мягкий знак. Да. Байтер ты твердый знак амперсант мягкий знак. А. 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 Ой, ну хорошо. Байтер так, от бога держи мантру. Подчеркивание циркумфлекс. Говновоз, собака, очевидно. Подчеркивание циркумфлекс. Говновоз, собака, хорошо, значит говновоз, да? Да, определенно, да. Собака, амперсант, подчеркивание. Это победа, это честно купленное собака, имя. Амперсант, честно купленное имя. Циркумфлекс, говновоз. Собака, что ж, мне нравится, кстати говоря, я прям ощущаю себя... Собака, простите, я немножко пропущу эту мантру, да, мы понимаем. Донат на мы продолжаем игру имя. После такого, нельзя не продолжить игру, мне кажется. 38 минут на имя лошади. Слушайте, это было эпично на самом деле, хорошо? Типа, это было замечательно. Хочешь взять ее с собой? Я оставлю пока лошадь здесь.